Два интересных предсказания сегодня увидела по Украине. Длинный стол. Во главе сидит Путин. По разные стороны сидят русские и украинцы. Идет встреча. Ну, это что-то какое-то, что-то договариваться будет, что-то такое большое. То есть вот так вот получается. Длинный стол, там во главе сидит Путин. И по обе стороны, значит, русские и украинцы. Что-то будет, какой-то договор большой. Далее, значит, Тимошенко наклонилась за перила. Она смотрит вниз. Там отражение потолка и большой люстры. Мужчина берет резко ее за шею и нагибает еще сильнее. Не исключаю, что Зеленский нагнет Тимошенко. Ну вот я думаю, что это именно вот это, что то, что Тимошенко сейчас пошла против Зеленского, но Зеленский ее нагнет и нехило.